Раз, два, три, раз.
Раз, два, три. Раз, два.
посмотреть. И, кстати, этой детали иногда учится гораздо дольше, чем танцевальным шагам. Потому что важно заключается в том, что мужчина идет, отдав свет. Сейчас видите, да? Нам потребовалось всей какое-то время, чтобы найти без слов возможность почувствовать друг друга. Итак, смотрите, да. Если я хочу, чтобы моя бабушка вернулась ко мне, да? Да, пожалуйста, вот. Все ушли.
перекладывать его. Его падок принимаешь тоже. Второй момент. Запомнили, да? Второй момент. Сейчас. Кто уже готов третий, там, четвертый раз? Посмотрите, когда вы начинаете искать пару, ведь очень важное замечание. Дама находится не точно напротив вас, и как бы вам не хотелось все время смотреть красивую девушку, дама находится чуть-чуть справа. Видно, да? Смотрите, чуть-чуть справа. Еще лучше. Чуть-чуть справа. Видно? Видно, да? Вот. И мы начинаем двигаться. В каком случае? Прошу прощения, это бывает. Я думаю, что ладно, не красиво. Зато ладно, наверх, нужно чуть-чуть шире. Двигаться. Да, отлично. Отлично, да. Чтобы не наступать, я тоже вам расскажу. Но вы видите, да? Я чуть-чуть как бы открываю пространство для правой стопы своей партнёрши. Видите, да? Я вам начинаю чуть-чуть. Вот я открываю. И то же самое. Да, то же самое. Ладно, чуть-чуть открываю. Вот. Смотрите, я открываю и мою партнёршу. Я открываю и мою партнёршу. Таким образом мы уже начинаем двигаться, как бы поворачиваем. Итак, мы запомнили, подаем левую руку, встаем с партнером чуть-чуть справа и двигаясь назад, слегка открываем место для того, чтобы кто-то двигался вперед. Спокойно это сделать. Еще поговорим сегодня.
Если мы успеем в мастер-классе по комплименту поговорим, как вам благодарить за танец? Что вы Смотрите,
я иду назад, чуть-чуть диагонал, но моя дама идет вперед, не за моей рукой. Да. И ее когда она остается как раз справа, а ты не И раз, два, три, раз, два. Вот мы потанцевали, справа, налево, справа, чуть-чуть справа. Я не стараюсь, смотрите, справа, видите, да? Справа, справа, видно, да? Вот так очень удобно, удобно. А как мне сказать? Таким образом, мы начнем сейчас немножко добавлять баланс. Итак, следующий момент. Либо просто я чуть-чуть отстраняюсь и благодарю. А вы можете шаг, да, да, отлично, да. После, да, мы можем иногда, когда мы выступаем, и вдруг публика нам аплодирует. И вдруг мы да, вот обязательно такое благодарение, да, будет. И есть еще момент, да, если уж вы вообще почувствовали, что с этой дамой я могу сегодня, могу сегодня сделать вот такой момент, вау, да, то есть после танца, да, вы даже для себя не видите. Это значит, я что-то говорю. Итак, чуть-чуть остановились и как бы я как бы надрасываю, не знаю, как бы надрасываю, спросите, как вы все обращаетесь, надрасываю, вот, да. После этого, да, после этого возьмите партнерство, потому что
Thank you.
сейчас и будет у нас апогей нашего мастер-класса. Да, справа, да, справа. Да, справа, да, да.